Основна задача зльотів юних інспекторів дорожнього руху – попередження дитячого дорожно-транспортного травматизму, поліпшення форми метода вивчення правил дорожнього руху, активізація діяльності отрядів юних інспекторів дорожнього руху і розповсюдження передового опыту роботи. Гэты конкурс уже 41-й по ліку. З початку текущого року на території нашої області з участием несовершеннолетніх уже зарегістровано 17 дорожних аварій, в результаті яких 3 дитини погибли і 14 дітей отримали травми различной степени тяжести. Проведение такого мероприятия в первую очередь дает возможность детям самим узнать какие-то определенные новые аспекты в законодательстве, в правилах дорожного движения, ну и, конечно же, обучать маленьких детей дорожной грамоте. На подобных конкурсах не ставят отзнаки у дзённик, але сами дети решат, что веды, набытые тут, спотребятся у дальнейшем житси. Хочется всем рассказать, как ты знаешь, правила дорожного движения, как надо переходить дорогу, направленные цвета, как первую медицинскую помощь оказывать. Мне интересно всякие тоже эти сценки играть, показывать людям, как, ну, что мы знаем, что можем помочь людям как-то. Зльоты отрядов юных инспекторов дорожного руху в области проводятся у три этапы. Первый районный, городские, другие зональные, третий областные. В нашей жизни очень большое внимание уделяется безопасности детей. Безопасности детей, в том числе и на дорогах. И поэтому, по моему мнению, данный конкурс способствует тому, чтобы дети были на дорогах дисциплинированы, могли оказать, ну, будем говорить так, может быть, самую элементарную помощь в каких-либо несчастных случаях. Я считаю, что данный конкурс носит еще очень большой воспитательный характер, потому что, вы знаете, в некоторых случаях, может быть, даже ребенок чему-то научит и родителя. Пераможцы на области поедут на республиканский тур. Сборная команда усе 32 года его проведения займает только призовые места. Сами ж спаборництвы – это несколько теоретичных и практичных конкурсов, выступления агитбригад, фигурное ваджение велосипедов, теоретичное ведание правил дорожного руху и основы медицинской допомоги. На этот раз первое место у команды средней школы номер 16, другое – юидовца в школе номер 9, третье – номер 33, где и проходили спаборництвы. Юрий Печур, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».